Поэт Владимир Васильев, город Одесса, Украина. Сегодня 8 мая 2022 года. Гудит часто военная тревога. Мы работаем. Стих из сборника авторских стихов «Покаяние». Он называется «Покаяние». От бессонных ночей, от судьбы нашей чьей и от прожитых лет мне бы услышать ответ про себя и про нас. Кто-то скажет, смеясь, ну, семейка у вас. От накала количества фактов, событий, прошедших раздоров, сверхперепитий, от ранящих слов, споров, открытий, раскаленных голов всех родных, от вестей. Так страдает душа, неспокойно дыша, а ведь хочется жить и судьбой дорожить. Все умом не понять, не узнать, объяснить, кто мешает нам жить, не сказать, не объять. Впереди ожидание для души сон, и церковно дурманящий голову звон, остаются укор, заклинания и обиды, как вновь. Покаяние. Благодарю вас.